холма Монмартр с высоты 130 метров открывается грандиозная панорама Парижа. Когда смотришь на него сверху, то с удивлением человека, который оказался здесь первый раз в жизни, замечаешь, что город белого цвета, белый и прекрасный, большой и радостный. Он оставил в нашей памяти неизгладимое впечатление. И просматривая этот фильм, можно снова и снова мысленно оказаться на улицах, площадях и бульварах одной из столиц мира. Осматривать Париж очень удобно с крыши экскурсионного автобуса. Четыре маршрута Open Tour проходят по самым интересным местам города. Перспектива на авеню Ле Опера. Опера Гарнье или дворец Гарнье. Здание считается эталоном эклектической архитектуры в стиле Бозар. Оно относится к эпохе крупных преобразований города, успешно воплощенных Наполеоном III и префектом Османом. Здание долго именовалось Парижской оперой, но после открытия оперы Бастилии в 1989 году его называют просто именем архитектора Шарля Гарнье. Его бюст установлен у здания театра. Это копия скульптуры «Танец» Жанна Батиста Карпо. Театр комедии «Францесс» находится во дворце Пале-Рояль. Триумфальная арка на площади Карузель. Площадь Карузель – здание знаменитого художественного музея «Лувр». Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона служит главным входом в Лувр и является одним из символов Парижа. Лена перед зданием Лувра во дворе Наполеона. Это тоже Лувр, но со стороны набережной Франсуа Миттерана. Вдалеке видна церковь Сен-Жермен-ле-Серуа. Водная артерия Парижа. Река Сена. Въехали на остров Сите. Нотр-Дам-де-Пари – собор Парижской Богоматери.
набережная Сант-Мишель. Набережная Де-Конти. Институт де Франс. Музей Орсе – музей изобразительных и прикладных искусств. Одно из крупнейших в мире собраний французской живописи и скульптуры. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Музей располагается в бывшем здании железнодорожного вокзала. Но к 1939 году движение поездов с этого вокзала практически прекратилось, и здание перестроили под музей. Французская национальная ассамблея. Едем по мосту де ля Конкорд. А вот и знаменитая площадь Согласия. Лена рядом с Луксорским обелиском. Елисейские поля и Триумфальная арка.